Так, сейчас состоится торжественное открытие детского городка. Все, сейчас покажу. Здравствуй, маленький народ! Яркий праздник нам идет! Добрый день, веселый час! Сколько же гостей у нас? Мамы, папы, детвора! Праздник начинать пора! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас! Есть события, которые на первый взгляд не имеют особого значения, но если вдуматься, их важность становится понятна каждому. Именно таким событием становится открытие новой, яркой, современной детской игровой площадки в нашем родном городе! Дорогие друзья, все больше и шире, все ярче и краше. Дворы и площадки, и улицы наши. Пусть дети на этих площадках играют, за здоровье свое день за днем укрепляют. А кто сегодня пришел на наш праздник? Ребята, вы здесь? Да! Я не слышу. Ребята, вы здесь? Да! А давайте посмотрим, кого больше. Девчонки, вы здесь? Да! А мальчишки? Да! Молодцы! Итак, а на нашем празднике, дорогие друзья, присутствуют гости, благодаря заботам которых и появилась эта игровая площадка. С большим удовольствием предоставляется слово главе Симского городского поселения Руслану Ратмировичу Гафарову. Добрый день, уважаемые жители города Сим, гости, друзья. Мы сегодня сделали импровизацию для того, чтобы посвятить вот этот вот выходные дни празднику. Празднику в том числе и по открытию этого городка. Хотелось бы начать с приветственного слова, со слов в Чебурашке из мультфильма известного. Такого содержания. Мы строили, строили и построили. Отдельно хотелось бы отметить несколько человек, которые приняли участие деятельное в благоустройстве этой поляны. Макаров Сергей Васильевич. Слово председателю Совета депутатов Симского городского поселения Заика Вячеславу Яковлевичу. Всем добрый день. Вы все прекрасно помните год назад, что из себя представляла эта поляна. Сегодня это совершенно другое. Это проект, который воплотили в жизнь. Спасибо, Вячеслав Яковлевич. Дети и взрослые очень довольны новой площадкой. Ребят, вы довольны? Да! А взрослые довольны? Да! Отлично, давайте просто поблагодарим все вместе. Все дружно скажем спасибо. Давайте, раз, два, три. Спасибо! Отлично, а сейчас... Дорогие друзья, время для хорошей песни. Встречайте коллектив вокальный «Ассорти» с песней «Там в заоблачной дали». Спасибо! В теплый день и в добрый час мы всех здесь собрали вас. Здесь смех слышен веселый, приходит детвора.
много для вас потрудились, и настал, наконец, долгожданный час. Посмотрите, что получилось, какая красота у нас! Сейчас встречайте вокальный ансамбль «Ассорти» с песней «Алые паруса». Поддержим наших артистов! Ребята, идемте сюда все к нам поближе. Сейчас мы отправимся с вами на нашу детскую площадку, на нашем волшебном паровозике. Ну-ка, идемте все друг за дружкой, вставайте. Все друг за дружкой. Да, сейчас паровозик. Давайте в ту сторону направимся, да? Ну и так, поехали. Друг за дружкой, поехали, поехали, поехали. Присоединяйтесь, все на паровозе. Идемте, не стесняйтесь, был большой паровоз. Так, а теперь заушки взялись, заушки друг дружки, заушки. Так, только не дергаем сильно. Заушки, догоняем паровозик и расцепляем. Так, у всех ушки нашли. Где локти? Ну-ка за локти все держимся. Идемте. Сложнее. За коленочки. Девчонки, мальчишки, идемте с нами. Да, а теперь за остановлением, за стадию, паровозик. Можно? Давайте, давайте. Просто придерживайтесь за пяточки. Идем. Повторяем движение за нами.
за рожку получает мороженое. Вам зебра, зебра вам мороженое тут принесла. Так, так что... Умничка, идем получай свое мороженое. Идем, моя хорошая. Ну-ка, смотри. Так, молодец, умничка, бери мороженое. Кто хочет сфотографироваться, подходите. Это девочка красивая, стесняется. Идем со мной. Так, что стесняется? Ребят, еще раз, кто хочет фотографироваться с нашим гостем, пожалуйста, подходим, не стесняемся. Настроение хорошее? Ребята, еще есть желающие сфотографироваться? Ну ладно. Тогда давайте все вместе до свидания скажем нашей зебре. Помашите ручкой пока, скажите. Ребят, настроение классное у вас? Весело вам? Мороженое вкусное? Молодцы, отлично. Ну что, ребята, до новых встреч. До новых встреч, ребят. Приходите в гости в Сибирский дворец культуры. До свидания. Ну вот и закончился концерт, торжественное открытие. Надеюсь, что всем понравилось. До свидания.